Ай, желаю тебе успехов, тебе Макс ехал. Сегодня 15 марта 2018 года. Мне пришло смс о том, что заказ на сумму 110 гривен. Подтвердите продажу. Soul X. Вот там мобильный телефон пришел. Заказик. Сейчас мы его будем подтверждать. Заходим на почту. И вот видим OLX. Поздравляем, у вас купили колонка Маяк 15AS 222 на OLX. Ля-ля-ля-ля-ля. Наши поздравления, Максим Вехов. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вадим Семешко купил у вас колонку за 110 гривен, я выставил, потому что она БУ. Вот. Сейчас мы опять создаем, где тут у нас это. Где у меня тут OLX доставка. Это уже пятая покупка. Пятая покупка. С помощью OLX доставки. Сейчас нужно подтвердить, перейти, так, успешных вам продаж, да, ну понятно, что успешных продаж. Так, вот смотрите, это уже мой, вот, книжка, манипуляторная мышь, монеты, виниловые пластинки, Чайковский, вот, и теперь колонка Маяк, вот, подтвердить, нажимаю. Вот, пожалуйста, подтвердите продажу колонка Маяк 15AS 222. Ну, так, вот, значит, пожалуйста, отправьте товар в течение 3 дней. Сделка подтверждена. Адрес Нежин, отделение 1, ля-ля-ля. Ну да, теперь мне предстоит задачка. Как ее запаковать? Потому что запаковать надо... Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этот номер. Номер ТТНки. Вот. Ну, завтра я уже придумал, в принципе. Вот, все. Готово. Подтвержден. Видели? Видели. Все. Подтвержден. Заказик. Что там еще должно что-то прийти. Вот. Вот так торгуем мы. Ну тут еще всякая фигня. Ну, бизнес это. Бизнеса назвать это вряд ли. Спам какой-то, что там за спам? Ну понятно, какие-то спамеры пишут. Нафиг их. Спам всякий. Ну вот. Завтра с утра буду паковать. Ну понятно, что я это потом смонтирую все. Как я нашел этот самый, как его. Из чего буду. Колонку сейчас покажу. Вот она, эта колонка. Провод тут такой. Ну, у меня колонки, кстати, эти. У меня вон стоят тоже такие колонки. Вон кубики. Раз. Вон два кубик. Мощь какая, а. Вот у меня кубики есть. И вот кубики есть. Ну, вот колонка в состоянии в нормальном. Пятая, зачем мне пятая колонка, мне она не нужна. В принципе, она рабочая. Это точно, что я пробовал ее. Ну все. Смонтирую. Спасибо вам. Продажа товара колонка Маяк
15 АС 222 подтверждена. Раз. Наше поздравление, Максим Вехов от Оликса. Продажа товара колонка Маяк 15 АС 222, которая стоит 110 гривен, подтверждена. У вас есть 3 дня для отправки товара покупателю из отделения Новая Почта, отделение 55 до 30 кг. Проспект Гагарина 20А. Ну и вот тут номер этой ТТН-ки, которую надо указать. Сейчас моя. Вот она. Вот она, номер, все. Ну, все. Буду сейчас искать. Это мой 5-й товар, проданный через Лукс-доставку. Хотя я уже продал столько товаров без Лукс-доставки. Но люди не доверяют этой программе. Ну и зря. Ну, в принципе, и так продаю хорошо. Было бы что продавать, как говорится. А покупатель всегда... Вот нашел для упаковки колоночки. Вот, достал вот скотчик. Ножницы, ножик, линеечку, вот, и упаковочку вот такую, пенопласт, и вот это сейчас буду делать разметку, ну, понятно как, с помощью этого, ну, еще карандаш возьму, ручку, вот, думаю, этого хватит. Стараюсь все сделать с минимальными расходами скотча. Этот скотч сейчас дорогой. Вот так вот. Ну вот как я упаковал колоночку. Пенопластик скотчем обмотал. Ну, все нормально, доедет. Сейчас еще теперь надо коробку сделать самодельную. Потому что вчера вот я кулер доставлял, и там мне говорят, забирайте коробку. Блин, а там как раз коробка была, кулер настольный, и как раз вот это бы туда влезло бы, еще место осталось, можно было бы этим бы запхнуть. Вот теперь придется самому делать. Как говорится, блин. Если бы знал бы, то, конечно, взял бы коробочку. Вот. Может быть, это надо было бы. Вот уже все, наверное. Как-то так вот. Чтобы не было претензий со стороны покупателя. Тут не касается. Наша вот конструкция готова. Сейчас буду делать коробочку. Вот, подготовил. Сейчас вот так порежу. Вот так вот чик, чик, чик. Чик, чик, чирик, короче, и все. И потом вы увидите уже окончательный результат. Ну, а что делать? Коробки нет такой, чтобы сюда подошла конкретно. Тут такое. Ой.
Ну вот, упаковал, ну не знаю, блин, что-то как-то оно стрёмно выглядит. Как бы на новой почте не забраковали. Надо сейчас что-то еще придумать. А что-то еще придумаю. Я еще скотчем замотаю и, наверное, еще дополнительно замотаю чем-то. Надо в бумагу замотаю, вот точно, у меня бумага есть. Бумагу замотаю, чтобы она хоть прилично выглядела. Так, сначала вот ту херню, а потом бумагу еще, вот. Точно. Сейчас в клеенку замотаю. Вот есть такая типа упаковочная клеенка. Сейчас в нее, чтобы она была, ну, как-то без острых углов. И потом бумагой оберну и все, и нормально будет. Блин, да, бумагу завернул, сделал ручку и понесу. Готово. Вот тут колоночка, да, маяк. Вот она готова. Все. То есть пенопласт сначала, потом картон. И потом уже. И потом уже бумага, скотч. Короче, целое дело, ну нахер. Головняк такой с этими грузами большими. Надо снимать их, короче. Я там еще системный блок поставил. Не, я его уберу за счет улучшения. Желаю успехов, Макс Вехов. Подписывайся на мой канал. На моем канале много позитива. Интересные видеоролики. Как я вот оригинальные решения придумываю, упаковываю. Упаковываю товар для отправки вот с доставкой. И не только. Как продавать надо. Рассказываю интересные фишки про бизнес. Как убалтывать клиента, чтобы он платил вперед 100%. И отсылать ему, естественно, товары. Вот. Надо свое дело любить. Сейчас весна. Любите девушек. И бизнес к вам будет обращаться лесом. Вот. Подписывайся на мой канал. Музыка от моей игры. Диджей Макс Фон Лайф Вёк. Да, я люблю сочинять музычку. Люблю девушек. Люблю життя, как и усі украинцы. Вот. Ну, я еще люблю избавляться от лишнего и продавать. И гроши я еще люблю. Вот. Все, пока-пока. Hey, так, я отправил колонку. Колоночку отправил. Вот, взял эту самую, как ее, ТТНочку себе. Вот. Все, человеку она будет стоить 45 гривен. Тут написано, огляд відправлення будет. Вот колоночка, то есть отправил я сегодня 16-го и приедет она 17-го написано. Вот, 17 числа приедет. Итак, мы сейчас посмотрим. Вот, вот видите, колоночка. Маяк 15С 222, 110 гривен. Товар доставляется, уже все, уже она в пути, так сказать. Ну вот, еще я выставил на продажу системный блок. Тоже его с доставкой. Ну, цену поставил 80, потому что там металла много, он в хорошем состоянии.
И, в принципе, ну, скотча много уходит на Люсилукс. Доставка предугадывает запаковывание посылки за счет отправителя. То есть, поэтому нужно хорошо запаковать, а это скотч, коробку надо найти, все такое. Так бы, если бы не Люсилукс доставка, можно было бы договориться за счет покупателя и понес товар, блин, и там запаковывают за его цену, и все. Все. Дальше проинформирую, когда уже товар будет доставлен, покажу и о том, когда уже денежка придет. Итак, Макс Вехов, желаю тебе успехов. Вот колоночка получена уже. Вот уже она. Вот я отслеживаю. Всегда отслеживаю и то, что мне приходит, и то, что я отправляю. Все, вот. Колонка, маяк такая-то. Вот уже отправка получена. Все, получатель Семешко Вадим Николаевич. Все. И смотрим. Вот, видите. Колонка, маяк 15.1.222. Оплачен статус. Видите, все. Оплачен 110 гривен. Так что... А мне тут уже два человека писали, хотели ее купить. Все, сейчас пойду сниму денежку. Можно удалять уже эту колонку, потому что уже два человека спрашивали, и, в принципе, мне поставить нечего. Других колонок я продавать не собираюсь. Вот. Вот. Все. Она балуется. Кстати, я продал еще и только что и брелок. Вот брелок автомобильный. Ну все. Вот. Вот брелок для сигнализации. Нафиг. И колонку нафиг. Все. Уже меньше, так сказать, у меня головняка. Людям помог и избавился от ненужных вещей, скажем так. Еще осталось вот это. Это все. Пока-пока, чувак. Подписывайся на мой канал. Будь в курсе. Покупай у меня товар. Я продаю. Не вопрос, все продал. Вот видите, номер был, для, я отслеживал его, чтобы не потерять все. Еще системный блок продаю. Вот, вот системный блок продаю. Всего 80 гривен. Вот с доставкой. Ну, цена такая, потому что, во-первых, новый стоит, я видел, 150. Ну, я имел в виду в хорошем состоянии, пустой. А это, ну, более-менее. И упаковка это денег стоит. И скотча. Я когда колонку упаковал, столько скотча туда врехал, можно сказать. Все это дает о себе знать, как говорится. Ну, все. Пока-пока, чувак. Подписывайся на канал. И т.д. и т.п. Пока-пока.